Всем привет! Как поддерживать связь с ребенком в лагере? Наш первый совет, возможно, самый сложный и самый важный. Никакой паники. Пока вы пытаетесь дозвониться до своего ребенка, он может находиться на мероприятии, экскурсии или просто на занятии и не иметь возможности вам ответить. В некоторых школах во время занятий или мероприятий детей просят выключать телефоны или оставлять их в своих комнатах. Также Wi-Fi в школах работает только в определенных зонах, поэтому вполне логично, что ребенок не может быть доступен везде и всегда. Дети всегда находятся под присмотром вожатых, сотрудников лагеря, и поэтому нет повода для беспокойства. Второй совет. Если же вам все-таки необходимо, чтобы ребенок всегда был на связи, подумайте заранее о подключении роуминга. Узнайте у своего оператора об условиях подключения и будете спокойны. Третье. Позаботьтесь о том, чтобы и у вас, и у ребенка был сохранен номер экстренной связи со школой – emergency number. Тогда в случае чего вам всегда будет куда позвонить. Четвертое. Донесите до своего ребенка, насколько для вас важно поддерживать с ним связь и насколько вы о нем переживаете. И договоритесь о времени, когда вы будете с ним созваниваться. Ребенок ознакомится со своим расписанием и сообщит удобное время для звонка. Надеюсь, вам этот совет пойдет на пользу. Кстати, на нашем канале YouTube StudyTube вы найдете еще сотни других полезных советов, рекомендаций экспертов, отзывов учеников и рассказов про конкретные школы. Чтобы не перепутать на логотипе нашего канала, вот такой смешной оранжевый совенок. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и не забывайте задавать вопросы. Все консультации, помощь с подбором учебного заведения и дальнейшее оформление в нашей компании абсолютно бесплатны. Ссылки на наш сайт и страницы в соцсетях вы найдете в подписи к этому видео. Всего вам доброго, хорошего настроения!